Всем привет, ребята! Сегодня вот я иду с тренировки. Каждый раз после каждой тренировки вот на этом месте вам показываю всякие разные прикольные вещи. Сегодня я хочу с вами поговорить. Именно вот многие любят именно бобовые или что-то похавать такое. Но, например, там ты ж булку не схаваешь, или там бананы, например, не каждому подходят. Или тот же зефир. Прикольно перед тренировкой. После тренировки, ну так, чтобы жира не давало, чтобы как бы прикольно было. Именно я рекомендую. После качи хорошего нормально именно можно похавать, это обычный арахис, не жареный, не соленый, а именно вот продается в магазинах обычный. Вот видите, вот я вам покажу обычный арахис, много его брать не надо, видите, вот цена его недорогая, там стоит он копеечки. Вот называется он, я взял арахис жареный ваговой, все, не соленый, ничего. Прикольный. Купил, вот, например, я взял после трешки 160 грамм. Заплатил 9 гривен по украинским ценам. И просто его ешь. Каждый день можно чередовать. Один день арахис, другой день там фундук, кешью, для сердца хорошо. Чем прикольный арахис? И почему я говорю именно за арахис? Арахис прикольный тем, что здесь очень много белка. Именно в арахисе. И цена по сравнению с фундуком, с кишью, с другими препаратами и бобовыми, цена получается намного ниже, чем все остальное. Поэтому есть смысл брать именно его. Почему не соленый? Соль как бы для качка это не очень хорошо, а и по цене. То ли ты берешь пачки арахис, там всякие казахские разваги или там хомка те же самые, получается дороговато. А такой арахис, как бы получается полупродукт, он и недорого, я же говорю, 9 гривен там, это если на украинские деньги, это вообще копейки. Заплатил и все. Так что, ребята, ешьте после тренировки арахис и нормально себя чухайте. Все, ребятки, покеда. Хороших вам тренировок. И арахис — нужная тема. Арахис после трешки 100-200 грамм, то, что надо. А потом придете домой, нормально похаваете. Все, пока-пока. Успехов вам. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Все, покеда.